بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بالي أفتر رحمه الله تعالى قبريت فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقول معرفة الأبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأصل الأول فإذا قيل لك من ربك فقول ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقول بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Если тебя спросят, какие три основы обязательно знать каждому человеку, то скажи: это познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Первая основа – это познание Господа. Если тебя спросят, кто твой Господь, то скажи: «Мой Господь Аллах, который взрастил меня и все миры своими милостями, и Он мой Бог, которому я посвящаю поклонение. Нет у меня помимо Него того, кому я посвящаю поклонение». Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Вся хвала только Аллаху, Господу миров. Все вещи, кроме Аллаха, относятся к мирам, и я один из этих миров». Далее мы приступаем, иншаллаху та'аля, к изучению четвертого раздела в этой книге. Четвертый раздел, который посвящен разъяснению трех основ. То есть, собственно говоря, темы книги. Три основы. Автор говорит, если тебя спросят, какие три основы обязательно знать каждому человеку, то скажи: познание рабом своего Господа, своей религии и своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Так начинается разъяснение трех основ. Первая часть была у нас еще раз. Четыре вопроса. Затем три вопроса. Затем, почему мы изучаем Тавхид. Теперь разъяснение трех основ. Мы говорили с вами, что из наилучших методов изложения материала, объяснения, какой метод? Сначала упоминаешь какой-то вопрос в общем, а потом даешь ему подробное разъяснение. Автор сначала упомянул в общем. Где? Где про три основы упомянул автор в общем? В самом начале, когда мы изучали четыре вопроса. Когда он говорил про что? Про первый из вопросов. Знание. Знание. Он сказал, знание чего? Познание своего Господа и религии и пророка. Вот здесь автор уже начинает подробное разъяснение этого. Здесь еще мы встречаемся с одним важным и прекрасным на самом деле методом, формой обучения. Какой? Запоминайте те, которые... иншаллаху та'аля, будут преподавать потом другим эти книги. Те, которые призывают к Аллаху субхану та'аля. Еще один очень хороший метод и форма обучения. Сначала задается вопрос какой-то, а потом на него дается ответ. Задать вопрос, а потом ответ. И автор здесь на самом деле следует примеру пророка, алейхиссалату вассалям. Смотрите, если тебя спросят, какие три основы обязательно знать каждому человеку? Вопрос. Потом идет ответ. Здесь автор следует пророку, алейхиссалату вассалям. Приведите примеры. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Атадрунам аль-гиба?» Знаете ли вы, что такое аль-гиба? Злословие. Сахаба говорит, «Аллаху расулу а'лям, Аллах, посланник, знает лучше». Потом пророк, алейхиссалату вассалям, дает ответ. Это очень хороший метод, потому что он позволяет сосредоточиться, подумать, запомнить. Не сразу сказали, что такое гиба. Сначала задали вопрос, человек задумался. Обострено сейчас его восприятие, внимание, а потом он получает ответ, который потом не забудет этот метод. Еще какие-нибудь есть примеры из сунны? Да. Сказать ли мне вам, что такое малый ширк? Я показываю. Что такое, да. Что такое скрытый ширк или малый ширк? Просто он говорит, еще.
Знаешь ли ты, каково право Аллаха над рабами и право рабов перед Аллахом? Муазу говорит про Калисатусан. Много таких примеров. Какой самый великий аят в Коране? И так далее. Пророк Саусан задавал вопрос. Хорошо. Потом получали ответ сахаба. Преимущество вот этого метода задать вопрос, потом дать ответ. То, что автор вот так вот строит свои книги в форме вопросов и ответов. Преимущество, что человек готовится. Вот ты изучишь эту книгу, таким образом ты уже подготовлен к призыву. К призыву, к ответу на вопросы людей. Люди же будут тебе задавать такие вопросы. А у тебя уже есть готовый ответ на эти вопросы, которые ты изучил из этих книг. Зададут тебе подобный вопрос, ты уже знаешь, как ответить. Так, три основы, как было уже сказано раньше. Это что такое три основы? Это краткое изложение чего? Вопросов, которые будут заданы в могиле. Итак, это вопросы могилы. И автор говорит, первая основа – познание Господа. Итак, первая основа – ма'рифатур-раб, познание Господа. Если тебя спросят, кто твой Господь? Кто твой Господь? Раб. То скажи, мой Господь Аллах, который взрастил меня и все миры своими милостями. И Он мой Бог, которому я посвящаю поклонение. Нет у меня другого Бога, помимо Него, кому бы я посвящал поклонение. Так, первая основа – это о чем? Знание о Господе. Если тебя спросят, кто твой Господь, что ты скажешь? Мой Господь Аллах. Рабби Аллах. Рабби Аллах. Который взрастил, Раббани, то есть взрастил, создал, дал существование, наделил всем необходимым, Раббани. Взрастил как благами материальными, так и благами духовными, Раббани. И взрастил все миры своими нескончаемыми милостями, Субхана ва Тааля. И если он является Господом, единственным Господом, если ты признаешь, что Аллах, Субхану ва Тааля, Он единственный в господстве, то есть в чем? В создании, во власти, в распоряжении, в управлении. Это значит, Он должен быть твоим единственным Богом, которому ты поклоняешься. Тот, кто есть раб, Господь, то есть тот, кто творит, управляет и истинно владеет, тот должен быть и кем? Илляхом, то есть тем, кому направляют поклонение, посвящается поклонение. Вот очень часто в Коране, очень часто в Коране Аллах Субхана ва Тааля приводит неверующим в качестве довода на единобожие в поклонении, в улюхия. Что приводит им в качестве довода? Чтобы они поняли, что нужно поклоняться только Аллаху. Приводится в качестве довода то обстоятельство, тот факт, что они же сами признают единственность Аллаха в чем? В рубубия, в господстве, что Он раб, единственный Господь. Если ты признал тавхида рубубия, то отсюда обязательно должно вытекать, что признание тавхида лулюхия у тебя. Обязательно должен признавать, что и поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля. И автор приводит здесь доказательство, как всегда. Всегда обязательно слова свои сочетает с чем? С доводом. Какой довод? Какой довод привел автор? Смотрите. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Первый аят из суры Аль-Фатиха после Бисмиллахи Рахмани Рахим. Является ли Бисмиллахи Рахмани Рахим аятом Фатихи или нет? Здесь есть разногласия среди улама. Аллаху Таалям более правильно, что является аятом Фатихи. Так, Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Автор говорит, доказательство, вся хвала только Аллаху, Господу миров. Указывается на то, что Аллах, Субхана ва Тааля, Творец, Он есть Господь всех миров. Теперь слушайтесь в эти слова. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. В этих словах доказательство того, что сказал автор, что мой Господь – это Аллах, который взрастил меня и все миры своими милостями. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Альхамд, мы сказали с вами, восхваление кого-то с любовью предельной и возвеличиванием за совершенство, за его совершенство. Это альхамд. Когда человек делает альхамд, это что? Это поклонение, верно? Это
один из видов поклонения. Это часть поклонения, восхвалять Аллаха Субхана ва Тааля. Верно? Аль-хамд – это поклонение в виде хамда, в виде хвалы. Кому только? Лилля. Только Аллаху Субхана ва Тааля. Почему? Дальше ответ. Раббиль Алямин. Да потому что Он – Господь миров. Но ведь это же Он, который создал все эти миры. Ведь это же Он, который взрастил их всеми благами, этими дарами и милостями. И среди этих миров ты тоже одно из творений, среди этих бесконечных миров, бесчисленных миров. Итак, аль-хамд, я делаю аль-хамд, я поклоняюсь Аллаху, делаю Ему хамд, только Аллаху, лилляхи. Почему? Потому что Он Господь миров. Тот, кто Господь, тот, кто творит, управляет и владеет, тому, кому принадлежит господство Рубе, только он, значит, заслуживает поклонения. Вот это вот, альхамдулиллях, раббиль алямин, доказательство на это. На что? Что поклонение заслуживает тот, кто является Господом, Творцом. Понятно? Что таухида рубубия непременно подразумевает что? Таухида лулухия. Хорошо? Итак, еще раз. Альхамдулиллях, раббиль алямин. Альхамд. Восхваление Аллаха – это поклонение кому только? Лиллахи, Аллаху. Почему? Потому что Он Господь. Кто Господь, кто Создатель, только Ему возможно поклонение, посвящение поклонения, только Ему и все. В этом аяте, альхамдулиллях, раббиль алямин, доказательство на все три вида тавхида. Некоторые говорят, ну где вы взяли три вида тавхида? Откуда вы взяли, что тавхида три вида именно, три части тавхида, может четыре? Мы говорим, да, нет такого хадиса, нет такого аята, где сказано, тавхид имеет три вида, тавхид рубубия, улухия, аль-асма вас-сифат. Действительно, нет такого аята. Действительно, нет такого хадиса. Но ученые, изучив все аяты и хадисы по акиде, по тавхиду, увидели, что тавхид, единобожие, не выходит за рамки вот этих вот трех видов. Есть три вида. Хорошо? Все, что сказано о тавхиде, вот сосредоточено, содержится в трех видах, в трех частях. Рубубия, улухия, расма вассифат. Хорошо? То довод какой? Довод. Табаулистикра, то есть изучение всех аятов и хадисов привело уляма к этому выводу. И вот это один из примеров. Альхамдулиллях, раббиль алямин. Здесь доказательство на все виды тавхида, на все три. Альхамд. Это что мы сказали? Поклонение. Это доказательство на какой тавхид? Алилухия. Тавхид божественности. Лилляхи, Аллах. Упоминается имя Создателя. Имя Создателя. Причем величайшее из имен Аллах Субхана ва Тааля. Согласно одному из мнений, Аллах есть величайшее имя Аллах Субхана ва Тааля. Это тавхид какой? Расмова сифат, имен и атрибутов. Раббиль алямин, Господу всех миров, это таухид, утверждение чего? Божественности рубубия, божественности Аллаха Субхана ва Тааля. И другие доводы, на самом деле, мы, иншалла тааля, будем проходить с вами, которые в Коране четко указывают нам на наличие этих трех видов таухида. Итак, вся хвала принадлежит Аллаху, Господу миров. То есть, словно ты говоришь, я восхваляю Аллаха, поклоняюсь Ему через восхваление, потому что Он есть Господь. Если Он Господь, Раб, значит, Он должен быть и непременно единственным Богом. Единственным, кому поклоняются. В этом аяте все три вида тавхида. Аль-хамда. Улухия, лилляхи. Аллах, имя Субханта. Насмал сифа. Раббиль алямин, рубубия. Тавхида рубубия. И на это же правило. Какое правило? Мы с вами какое правило сейчас изучили? Что кто Господь, тот и Бог. Кто Господь, тот и Бог. Бог, то есть кому поклоняешься. Если не Господь, если не Творец, а творение не может быть Богом. Это будет ложный Бог, не истинный. Альхамдулиллях, раббиль алямин, доказательство. Другое доказательство. Слова Аллаха Субхана ва Тааля из суры Аль-Бакара. Аллах Субхана ва Тааля говорит, я и нас обуду раббаку. يا أيها الناس اعبدوا ربكم
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Это аяты суры Аль-Бакара. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Я, айюха ан-насу, абуду раббакум, аллази халакакум, аллазина мин кабликум». О, люди, поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас и тех, которые были до вас. Ля'аллакум таттакун. Может быть, вы будете богобоязненными. Аллази джаля лакум аль-арда фирашан вас-самаа бинаа. Который сделал для вас землю ложем. Вас-самаа бинаа. И небо сделал сводом. وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. И низвел с неба воду и выявил посредством этой воды различные плоды для вашего пропитания. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Так не предавайте же Аллаху равных поклонений, в то время как вы знаете. Здесь то же самое. Ибн Касир поэтому говорит, когда дает тафсир этого аята, который мы сейчас прочли, он говорит, творец вот этих всех вещей, именно он и есть Бог. Именно он и достоин поклонения. Хорошо? Опять то же самое правило. Кто Господь, тот и Бог. Тот и заслуживает поклонения. Великий аят в Коране. Я айюаннас. О, люди! О, люди! Это первое обращение в Коране. В Коране Аллах Субхана ва Тааля много обращается. Я айюаллазина аману, вы которые веровали, я айюаннас, о люди, я айюаннабию, о пророк. Верно? Обращение от Аллаха Субхану ва Тааля. Я, о вы, здесь о люди. Вот первое обращение в Коране. Если вы начнете читать Коран сначала, вот сура Аль-Фатихи, потом перейдете к Бакара, первое обращение будет какое? Это. Я айюаннас, о люди. Это первое воззвание, первый призыв. Таким образом, первым призывом, первым обращением в Коране, первым призывом в Коране является призыв к чему? О, люди, что дальше? Обуду. Призыв к таухиду. Первое обращение в Коране посвящено чему? Приказу молиться, приказу поститься, приказу вести джихад. Чему? Таухиду. Первое обращение посвящено таухиду. Поклоняйтесь дальше. Убуду раббакум. Поклоняйтесь. Что такое в Коране поклоняйтесь? Ибн Аббас что сказал? Таухид. Исповедуйте таухид. Делайте Аллаха вашим единственным Богом, которому вы поклоняетесь. Посвящайте только Ему все внутреннее поклонение и внешнее. И сердцем, и языком, и органами. Убуду, поклоняйтесь Аллаху, раббакум, вашему Господу. Почему? Почему поклоняетесь? Почему только Ему поклоняетесь? Таухид делаете. Потому что Он Господь. Потому что Он ваш Господь. И дальше второй ответ. Аллази халакакум, который создал вас. Почему поклоняетесь только Аллаху? Исповедуйте таухид. Потому что Он вас создал. Валлазина мин каблякум, и всех тех, которые до вас были. Все ваши предки, все люди, все созданы им, все создания. «Уаллазина мин кабликум, ляаллакум таттакун». Может быть, вы будете богобоязненными, то есть выполнять приказы Аллаха, оставлять его запреты. Дальше сказано, «Аллази джааллакум аль-арда фираша», который сделал для вас землю ложем. То есть вы можете спокойно передвигаться по земле, жить там, строить дома. «Вассама бинаа», небо сводом защищающим. Хорошо? С водом. «Уанзаль мина сама има», извел с неба воду и вывел посредством ее плоды для вашего пропитания. Это Аллах здесь, Субхану ва Тааля, что упоминает? Упоминает все здесь. Милости проявления господства своего. Господство. Он создал, он пропитал, он низвел воду. Это все проявление чего? Действия Аллаха, Субхану ва Тааля. Господство его, Субхану ва Тааля. Аллах, Субхану ва Тааля, показывает, что он Господь. То есть поклоняйтесь почему? Потому что Он Господь, Он Создатель, Он Наделитель, Он Управитель. Я, айюаннас, о люди, убуду раббакум. Это что? Приказ? Поклоняйтесь вашему Господу. Приказ. Значит, первый приказ в Коране в этом аяте. И первый приказ в Коране какой? Молитесь? Нет. Какой? Таухид. Если читать Коран от начала,
мы не видим никаких приказов от начала. Да? Видим Фатиха, потом видим Бакара, описание трех групп людей. И потом только первый приказ. Этот приказ о чем? Этот приказ о таухиде. Приказ поклоняйтесь вашему Господу. То есть посвящайте ему одному поклонение, исповедуя таухид. Вот это все доказывает важность таухида. Более того. И первый запрет в Коране. Это запрет на что? Запрет на ширк. Хорошо, запрет на нарушение таухида. И тоже в этом аяте. И дальше Аллах Субхану Аталию, после того, как перечислил нам доказательство, что Он Господь. А раз Господь, и вы признаете это, что Он Господь, значит, должны поклоняться только Ему. После этого Аллах Субхану Аталию, первый запрет в Коране. Фаля таджалю лиллахи андада. Фаля, вот это фа здесь, это причинное. Поэтому, посему, из-за того, что Он Господь, не приобщайте Ему, не придавайте Ему равных, в то время как вы знаете, что Он единственный Господь. В начале суры Бакара Аллах Субхану Тааля разделил людей на три вида. Три вида. Пусть Аллах Субхану Тааля сделает нас из первого вида. Аллах Субхану Тааля называет сначала, упоминает о верующих. Залика аль-китабу ля-райба фи гудан лиль-муттакин. Это писание, нет в нем сомнения. Руководство для богобоязненных. Потом идут описания, аяты, посвященные описанию кого? Верующих. Затем Аллах Субхану ва Тааля переходит к описанию кафиров, неверующих. Мушриков, неверующих, упоминая два аята, посвящая описанию мушриков. Второй вид. Третий вид – мунафики, лицемеры. О них Аллах Субхану ва Тааля говорит больше, чем о других. То есть описанию мунафиков, лицемеров Аллах посвящает больше, чем описанию верующих и неверующих. Почему, мы поговорим с вами на следующем занятии. А затем Аллах Субхану Тааля, описав все эти три группы, объединяет их всех в одном обращении. Я юган нас, о люди. Потому что все эти три группы, они входят в понятие люди. О люди, это обращение и к верующим, и к неверующим, и к лицемерам. О абуду раббакум, поклоняйтесь вашему Господу. Почему? Потому что Он единственный Господь. Кто является единственным Господом, тот является единственным Богом. Потом приводит доводы Аллах Субхану ва Тааля на его единственность в господстве. И это что? Это вот тот самый аргумент от Аллаха против кого? Против мушриков, против неверующих. Если вы, о мушрики, если вы, о неверующие, признаете вот эти все проявления господства Аллаха Субхану ва Тааля, признаете тавхид ар-рубубия, то вы обязаны тогда признавать и тавхид ар-улухия, исповедовать таухид поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. И затем первый запрет в Коране. Какой? Фаля таджалю лиллахи андада. Не предавайте Аллаху равных. Андад значит, это множественное число слова нид. Нид, равный. Нид это масиль, это шаби, это назир. Объяснение, что такое нид. Нид, запоминайте, это шаби, масиль, назир. То есть похожий, равный, подобный. Это нид. Не делайте Аллаху равных, похожих, подобных, то есть тех, которые наряду с Аллахом чего-то получают из вашего поклонения. В то время, как вы знаете, что знаете? Что вы знаете? Вы знаете, что Аллах, единственный Господь, значит, вправе на чьё-либо поклонение он также должен быть единственным Субхану ва Тааля. Если посвятил хоть один раз, что-то из поклонения, внутреннего или внешнего, не Аллах Субхану ва Тааля, то становишься, алиязу билля, пусть упасет Аллах Субхану ва Тааля, мушриком неверующим. Принес жертву человек, мы сказали, хотя бы муху. Муху одну. Не ради Аллах Субхану ва Тааля, такой человек мушрик, совершил большой ширк. Зарезал с любовью, возвеличиванием, с любовью, возвеличием, как поклонение. Животное не для Аллаха, для святого, для угодника, становится человек мушриком, да упасет Аллах Субхану ва Тааля. Внимательно, мы сейчас говорим с вами о деянии, что это ширк. Нужно проводить разницу между деянием и совершившим деяние. Деяние однозначно это что? Это ширк. Сам человек, вышел ли из ислама, стал ли мушриком, хорошо? Здесь мы не выносим суждения по конкретным людям самостоятельно. Это не наша с вами задача. Хорошо? Не наша с вами задача, и не наша с вами полномочия кого-то из мусульман, если он совершил что-то из ширка, даже если из большого ширка, что мы можем так взять самостоятельно
и выводить человека из религии. Если, например, мы видим, дал развод человек своей жене, чего-то сказал такое, что указывает на развод, приходит к вам, говорит, вот я сказал так, при этом при таких обстоятельствах это произошло, как мой развод сейчас действует, моя жена или уже не моя жена, как? Что вы скажете? Что вы скажете? Скажете, да, твоя жена, или скажете, нет, не твоя жена? Нет, вы скажете, вот надо пойти к алиму, пойти к ученому, и пойти к судье, к кадию, да, к человеку знания. И он только вынесет действительно здесь решение и разберется, вышла ли жена из замужества, то есть перестала быть твоей женой, вышла ли уже за рамки брака с тобой. Ты скажешь, иди. А здесь вопрос не выведения из брака, здесь вопрос выведения из чего? Из дина, из религии вообще. Хукм, что человек вышел из ислама вообще. Поэтому как ты можешь спокойно сказать, да, я сейчас приму решение и скажу, этот человек, мушрик уже. Нет, ты что обязан сделать? Обращаться к уляма. Если уляма вынесли решение, рассмотрев ситуацию с человеком, что да, этот человек стал мушрик, стал кафир, стал неверующий, тогда уже ты можешь говорить, хорошо? И можешь говорить когда? Когда в Куране и Сунне про кого-то сказано, что это кафир, мушрик, хорошо? Когда какая-то группа людей, которая сама не исповедует ислам вообще, говорит, мы не мусульмане. Тогда, конечно, люди сами говорят, что они не мусульмане, это понятно. Здесь все понятно, легко. Итак, зарезал одно животное, человек, это что уже? Это большой ширк. Человек выходит из религии, совершает ширк, да пасет Аллах Субхану Тааля нас от этого. Потом автор говорит, все, что кроме Аллаха, внимательно, это алям. Все, что кроме Аллаха, это алям. То есть сотворенный мир. Уана вахиду мин залика алям. Я один из вот этих вот сотворенных миров. Я один, я представитель вот этого сотворенного мира. Все, что кроме Аллаха. Посмотрите, как все четко и понятно. Есть Аллах, Он Творец. А все остальное, все. Задумайтесь, что нет никаких исключений. Все остальное творение. Творение значит нуждающееся, значит слабое. Значит, подобно тебе сотворено что-то. А значит, не может быть Богом. Значит, не может быть тем, кому ты посвящаешь поклонение. Аллах Субхану Тааля, Он Творец. Аллах Субхану Тааля говорит, «Ам хулику мин гайри шейям хум аль-халикун». Или созданы из ничего, то есть возникли сами по себе, или они создатели. Все доказательства на существование Аллаха Субхану Тааля, единого Творца. Самое великое доказательство. Кто-то сомневается в сотворении, что есть Творец. Хорошо. Амхулику мин гайри шей. Возникло само по себе, Аллах Субхану Тааля говорит. Любой знает, что ничего просто само по себе не возникает. Амхумуль халикун. Или сами создатели. Или сами создать. Человек сам про себя думает. Я возник вот так, и просто так, и без ничего сотворен? Нет. Сам я создатель себя? Нет. Все. Остается что? Признание того, что Аллах Субхану Тааля, Он Творец. Кто является Творцом, тот и заслуживает поклонения. А творение, оно никак не может заслужить поклонения. Это еще одно правило. Творение, поскольку оно нуждающееся, значит, оно не может заслужить поклонения. Поэтому посмотрите, Аллах Субхану Тааля говорит: «Валлязина тадуна мин дунихи ма ямликуна мин китмир». Те, кому вы взываете, кому вы поклоняетесь, помимо Него, то есть помимо Аллаха, «ма ямликуна мин китмир», не владеют даже китмир. Что такое китмир? Китмир, кто ел финик, видит на косточке, между косточкой и плодом есть такая тоненькая пленочка, это китмир, не владеет даже финиковой плевой. Не владеет, не создал ее, даже финиковую плеву не может создать. Как же вы взываете к ним? Интадрюхум ля ясмю дуакум. Если вы будете взывать к ним, они не слышат вашу дуа, вашу мольбу. Валю самиру мастаджабалюкум. А если даже услышат, не ответят вам, не могут ответить вам. Ваяум аркиямати якфуру набиширкикум. А в судный день они будут отрекаться от вашего ширка, от вашего многобожия, что вы их предавали Аллаху, соучастники, делали равным с Аллахом. «Валя юнаббиука мислю хабир» и не сообщит тебе так никто, как ведущий. Аллах Субхану Тааля знает про это, что творение не может
быть объектом поклонения. А юшрикуна маля яхлаку шейну ум яхлаку. Неужели они предают сотоварищи то, что не создает ничего, а само является сотворенным? Вот довод от Аллаха Субхану Тааля для каждого разумного человека, который поймет, что если действительно не творит ничего, а само создано, то почему же тогда ему что-то из твоей мольбы, или из твоих обетов, или из твоего жертвоприношения, или что-то из того, что можно, может быть посвящено только Аллаху Субхану Тааля, Богу истинному. Иншаллаху Тааля, мы продолжим изучение книги на следующем занятии. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.